Приветствую вас! Наверное, помните, в Советском Союзе очень часто любили повторять такую фразу, что производительность труда в СССР в два раза ниже, чем в США. Помните. Если никто не помнит, я вам сказал. А давайте теперь сравним. А как сейчас производительность труда? Благо, Мировой банк это позволяет. Для наглядности я сделал, конечно, табличку. Так удобнее смотреть. Итак, как вы сказать, все внимание на табличку. Естественно, что здесь мы... Да, США один из лидеров по производительности труда. Это понятно, я думаю, вы сами догадались, что США, да, лидер по производительности труда, это давно было, есть и будет. Для наглядности, ну, грубо говоря, производительность труда в США взяли за 100%. Красиво, да. А теперь сравним с другими странами, сколько они, ну, как бы отстают. Итак, начинаем сверху. Швейцария, ну, почти рядом. Ну, по большому счету, так оно, наверное, есть, что экономика Швейцарии действительно довольно так мощная и стоит рядышком. Франция, ну, тоже солидно. Швеция, Австрия, Дания, ну, вы сами видите, Италия, Нидерланды, Германия. Можно сказать так, Европа отстает от США по производительности труда где-то процентов на 20. Ну, сами видите, там в основном 20%. Ну, можно там спорить 18, 19, 20. То есть, другими словами, для США Европа враг. Для Европы США враг. Да, не очень, конечно, хотят столкнуть Америку, занять первое место. Ну, посмотрим. Япония. Ну, в принципе, наверное, так оно и есть. Да, когда-то Япония имела рывок. Ну, вы сами знаете, что последние там десятилетия Япония переживает непростые времена. По этой причине 34 минус. Да. Дальше идет Турция. Ну вот, смотрите, видите, Турция, Польша. Ну, там, в принципе, конечно, есть разница в процентах, но не критичная, я бы сказал. По большому счету, Турция и Польша близка. И Россия. Вообще, если посмотреть внимательно, то, грубо говоря, сейчас в России производительность труда в два раза меньше, как в СССР. Это еще раз говорит, ничего не поменялось. Ничего. Все то же самое. Но, еще раз обращение внимание. Польша и Турция рядом. Да, здесь можно немножко поспорить, там, туда процент, сюда процент. Ну, Россия, как видите, даже отстает от Турции, действительно, очень существенно. Обращаю ваше внимание. По производительности труда. Казахстан. Ну, замечательно. По большому счету, видите, что Россия и Казахстан идет нос в нос. А вот Белоруссия сдают, да. Ну, про Украину, Грузию говорите, вы видите, несколько раз. Да, у нас производительность труда действительно... значительно меньше, чем проклятым США несколько раз. Это факт. Посмотрели, оценили, осознали. Да. Ну, вот такая ситуация. Так что, видите, конечно, можно спорить, рассказывать, говорить, вот сейчас мы раз и порвем портянки. Можем порвать. Но Украина, я думаю, не скоро порвет США. Даже Европе тяжело. Хотя, я так понимаю, Европа очень хочет столкнуть США. Дай Боже их помощь. Посмотрели, сделали вывод, принимайте решение.